Приветствую вас на канале Games Forever. Мы продолжаем прохождение игры Tomb Raider. Сейчас мы находимся в горном монастыре. Миссия «Новые неприятности». Нас опять поймали. Но в этот раз мы уже висим не вниз головой, а вверх. Хоть в чем-то плюс. Найти выход, да? Надеюсь, не совсем заржавело. А вот и дробовик. Они ищут меня. Thank you.
вижу гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Зачем? Ладно, я понял, нужно что делать. Следующий костюм попробуем одеть. Альпинистка. Ни на что не хватает. Ладно.
закрыть! Оставь! Тут надо выживать! Берегись! Она здесь! Эй, женщина! Не стреляй! Давай дружим! Не пойдет! Да? Убить ее! Ближе! Ближе!
Выход был прямо под ними. Открываем. Туда, наверное, этим надо. А. Точно луком. А, точно.
прямо под ними. Подойдет. Сейчас-то надо оба открыть. Остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию у охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми? Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пимика. Роб, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держат. Я тебя догоню, мы пойдем туда вместе. Спасибо, что смотрели мое прохождение игры Tomb Raider. Жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!